В Красноярском крае будут производить больше мяса. В регионе началась реализация нескольких масштабных проектов, направленных на повышение продовольственной безопасности. Главное из них – строительство свинокомплекса «Красноярский» в Большой Мурте. Дмитрий Бызов с подробностями. Это один из самых масштабных проектов за последнее десятилетие. Свинокомплекс рассчитан на 200 тысяч голов. В планах ежегодно отправлять на прилавки магазинов 24 тысячи тонн мяса. То есть 8 из каждых 10 килограммов, которые покупают жители края, будут производиться на территории нашего региона. Данный проект позволяет обеспечить комплексность и выращивание зерна в фураже, что у нас в крае его профицит, и его в конечном итоге обеспечение сырьевой базы для мяса. Свинины, а у нас в крае сегодня по этому продукции мы только чуть-чуть больше 50%. Ну и самое главное, что это современные технологии. По данным Красноярстата, за 2012 год поголовье крупнорогатого скота составило 440 тысяч голов свиней, 470 тысяч птицы, более 8 миллионов. Сейчас решается вопрос с животными, которые будут выращиваться в Большой Мурте. Аграрии решили не мелочиться, а заказать свиней лучших пород, которые выращиваются в Дании. А всего на реализацию проекта потребуется около 5,5 миллиардов рублей. Сдача объекта в первой очереди запланирована на 2014 год. Выход на полную мощность к 2015 году. Благодаря этому проекту производство свинины в крае должно увеличиться вдвое. При этом комплекс нацелен на выпуск мяса высокого качества, которое обязательно будет востребовано красноярской переработкой. Здесь нужно учитывать, что это не только производство, дающее какую-то продукцию, ведь смотреть надо шире, ведь это и рабочие места, это поступление налогов в краевой бюджет, в районный бюджет, это инфраструктурные изменения, которые произойдут на территории Большемуртинского района. Кроме свинокомплекса «Красноярский», в регионе также реализуются крупные животноводческие проекты в Сухобузимском и Назаровском районах. В Шарыпове скоро введут в эксплуатацию большую птицефабрику. Аграрии уверяют, в ближайшие годы львиная доля мяса будет местная. Именно поэтому край будет меньше зависеть от поставок продовольствия из других регионов России. Дмитрий Бызов, Александр Шастин, Александр Бодайченко, «Вести», Красноярск.